И снова всем привет, канал Супер Тюнинг снова с вами. И сегодня мы продолжаем серию проектов по тюнингу автомобиля Chevrolet Niva модели 2009 года. Сегодня мы будем ставить на нашу Ниву пакет под названием Авто Плюс. Итак, давайте поставим этот пакет. Вот такой вот пакет Авто Плюс. Что в него входит, видите сразу: передний бампер, задний бампер, порожки, вот такие вот диски. Такой сразу наш автомобиль превращается в маленький, можно сказать, Toyota RAV4, да, чем-то есть схожесть. Так, что мы делаем? Зеркала, поменяю сразу зеркала. Ну, не нравятся мне вот эти вот стандартные зеркала, просто ужасные. Вот такие вот зеркала я поставил на нашу Ниву. Теперь сразу поменяю радиаторную решетку на более мелкие вот полосочки. Отлично, трубка, это можно сказать задний бампер, не бампер, а кенгурятник задний. Давайте посмотрим, что можно сюда поставить. Вот такую вот трубочку мы поставили. Так, что еще нужно сделать? Так, давайте посмотрим лисички. Так, чтобы спрятать наш автомобильчик, вот такие вот лисички мы поставим на наши фары, чтобы их фары мы менять не будем. В принципе, с этим пакетом можно больше ничего абсолютно не менять. Можно поставить, да, кенгурятник. Давайте поставим кенгурятник. Ну, не знаю только какой. Выбор за нами. Так, давайте выберем какой-нибудь такой кенгурятник. Вот такой вот квадратный необычный кенгурятник. Ну и все. На этом мы закончим. Нет, не закончим. Давайте поставим какую-нибудь такую аэрографию. Интересненькую. Не знаю. Какую аэрографию нам сюда поставить можно. Вот такой вот рисуночек довольно хорошо подходит нашему автомобилю. И теперь займемся его покраской. Так, сегодня я попробую его сделать переливающимся цветом. Вот такой вот необычный цвет. Саму аэрографию сделаем. Давайте попробуем сделать фиолетовый. Вот, вот такая необычная аэрография, вот такой необычный автомобиль. Так, что мы можем сделать? Черный. Давайте попробуем сделать черный. Вот такой вот черный кенгурятничек. Так, хороший, интересный переливающийся цвет. Ну, не знаю, почему-то он мне не сильно так нравится. Вот, смотрите, вот такой вот цвет, просто супер. Смотрите, как вам такая вот Нива с таким вот цветом. Да, я ее такую и оставлю, трогать не буду, подберу только под нее хороший фон. Вот такой вот красивый фон на фоне у моря, озера или что это, и горы. Красиво, очень красиво. На этом я заканчиваю свой тюнинг проект. С вами был канал Супер Тюнинг. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые тюнинг проекты. Всем пока, до новых встреч.